Ежегодно в мире сезонным гриппом заболевают около миллиарда человек. У нас в стране этим вирусом заражается каждый третий, согласитесь, статистика нерадостная. Но исправить ее показатели в лучшую сторону можно. Один из способов – сделать прививку от гриппа. Лучше сделать прививку для предупреждения заражения вирусным заболеванием, потому что если человек не привит, у него намного больше процент заразиться вирусной инфекцией. В данном случае надежда на резервы собственного организма минимальная. Сделать прививку от гриппа могут как взрослые, так и дети от 6 месяцев. Главное, чтобы человек был здоров. А вот если имеются острые заболевания или обострение хронических болезней, то от вакцинации лучше отказаться. Есть еще одно противопоказание. Большая часть прививок у нас делается на курином белке. Бывают люди, есть, они редко встречаются, но у них полностью идет непереносимость куриного белка. Бывает вплоть до отеков квинки и так далее, то им противопоказано прививаться. Показана же прививка от гриппа людям с ослабленным иммунитетом, тем, кто страдает легочными патологиями, сахарным диабетом и гражданам преклонного возраста. От гриппа пока, к сожалению, не привился в связи с огромной занятостью, но хотел бы. Почему? По очень простой причине. Потому что осложнения, которые возникают, конечно, очень грозные и каждый год мутируют. Все сложнее и сложнее, поэтому, конечно, сожалею, что не привился. Процедура вакцинации не требует какого-то особого режима. Перед ней и сразу после нее можно есть, пить, двигаться. В общем, вести обычный образ жизни. В государственной поликлинике она абсолютно бесплатна и отнимет у вас совсем немного времени. Прийти в инфекционный кабинет, паспорт, полис с собой, карточку получить. В регистратуре в инфекционный кабинет прийти, высказать свое желание вакцинации. Как это ни печально, но в последнее время среди некоторых групп населения становится модным отказываться от прививки. Там много всякой гадости в прививке, ртуть и всякие добавки, которые я не хочу своего ребенка прививать. Конечно, никакой ртути в вакцине не содержится. Вакцина – это антигенный комплекс, проще говоря, безопасные для организма частицы возбудителя вируса. Я не знаю, почему идет такая пропаганда, кому вообще это выгодно. То есть именно искать именно вред прививки и именно настраивать людей против прививки, когда уже понятно то, что прививка, она только во благо идет. С прививкой вы или вовсе не заболеете гриппом, или перенесете его в легкой форме. А вот без нее болезнь будет протекать по худшему сценарию и потребует приема противовирусных препаратов. А вот они как раз в большинстве своем токсичны. Илья Кремнев, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.